Всем привет! Один из самых часто задаваемых вопросов, которые я получаю, это как сделать огурец с пупырышками, не используя жидкую полимерную глину. И вот готов мой видеоответ. Это очень информативный урок, в котором я рассказываю способ, который придумала сама. Таким способом огурцы с пупырышками у вас будут получаться очень быстро и просто. Видеоурок длится почти 40 минут, и я в нем рассказываю все максимально подробно, показывая разные варианты. Тоже входит в этот видеоурок. Я покажу, как сделать пупырышки на огурце из полимерной глины. Пупырышки разного размера и формы, как смешать глину нужного цвета в нужной пропорции, тонировка огурца, запекание. Небольшие, но важные советы от меня и обратная связь, конечно же, по теме урока. Этот видеоурок будет вам доступен всегда, и вы его в любой момент сможете пересмотреть. Ниже в инфобоксе есть ссылочка, где можно приобрести этот видеоурок, и там же по ссылке можно узнать цену. Спасибо за внимание!